Юнармия растет. Сегодня ее ряды пополнили еще 65 школьников. Движение появилось в Тобольске в прошлом году и уже насчитывает около 200 ребят. Все они проходили посвящение в юнармейцы, давали клятву и получали значок. И я думаю, юнармеец – это человек, который начинает службу. Ну, потому что он поступил на учебу. Служить мужчине – это долг мужчины. Потому что без служивших, если война будет, то мы не сможем. Уже давно у нас существует движение «Кадетское», где юноши готовятся непосредственно к армии в возрасте от 14 до 18 лет. Так вот, в нише юнармейцев у нас появилась возможность занять детей более младшего возраста. Военно-патриотическое воспитание получают девчонки и мальчишки на базе Центра «Россияне». В 2017 году тобольские юнармейцы победили в областной тактической игре под Знаменем Победы. Они лучше других школьников продемонстрировали свои навыки по спасению и выживанию в трудных условиях. Движение, я уверен, по примеру своих товарищей в школах, в вузах, оно будет расти. Расти вместе с Россией и крепнуть вместе с Россией. И нет сомнения, что мы были, есть и будем непобедимы, когда есть такие последователи. Любой ребенок в возрасте от 8 до 18 лет может присоединиться к юнармии. Тобольский еще сотня школьников вступят в ее ряды осенью. Движение растет и развивается под эгидой Министерства обороны Российской Федерации.